Олега Нестерова в Брест. Ну вот, наконец, и состоялся долгожданный переезд. Мы переезжаем. Дядько Сашко уже тут рулит во все. Короче, уже тут поднагрузили всякой хрени. Сейчас еще там. Но за один раз почему-то не получается у нас увезти. Еще будет одна поездка. И попозже чуть вы увидите гараж. Оставайтесь на канале. Не пропустите самое интересное. Не забываем ставить лайки в поддержку канала. Куда ехать? Выглядит гараж. Вполне нормально. Зина, поприветствую всех. Здорово, народ! Так, вот печечка. Будем завтра ее устанавливать, наверное, сюда. Вот такие у нас тут полы кафельные. Еще надо убраться немножко. Ширина 4. Пожалуйста, водичка. Есть. Чуха на меня не лезет. Ой-ой-ой. Короче, работает все. Вот гидрофор стоит. Отлично. Свет мы еще добавим. И хотел показать подвальчик. Да, вот такой вот подвальчик. Здесь всякая коморка Папа Карло будет. Вот здесь будет стоять компрессор. Здесь шланг наверх. Электричество для компрессора. Ну и здесь тоже как бы комнатка. Уже не буду включать, а есть свет. Здесь колоночки, музыка, все дела. О, надо усилитель будет. У меня прям. Ну, вот такие дела. Как бы нормально. Здесь даже плиточка. Гаражи. Нормально. Подвал хороший. И яма. То есть нормально. Супер, а не нормально. Ну. Вообще офигеть. Так что вот так. Все нам нравится. Если бы у меня такой гараж был, я бы в нем бы сидел. И домой не приходил. Это вот тот самый насос. Подвал зачетный. То есть осень ему нравится. Гараж не особо тесный. Потолок высокий. Все отлично. Завтра буду убирать. По печечке хотел сказать. Мы ее поставим в тот угол. По печечке что? Вот такая у меня печечка. Единственный у меня косяк, что неразборное днище сделал. Чистить ее не очень удобно. И труба. Вот здесь вот у меня короткая, да? А я ставлю гофрированную трубу, вот как на кухне, на вытяжку. И если сюда поставить, она сразу сгорит. И поэтому вот такое вот колено, которое одевается сюда, на вот такой высоты где-то, с небольшим загибом. И уже воздух не такой горячий, и то есть той трубы на вытяжку гофрированной мне хватает на всю зиму. Ну, как-то так, небольшая такая новость, да? Вышло видео перед этим, да? Инструкция, как голосовать за победителей конкурса номер 4. Сам конкурс проходит на другом канале, это ОНБ, конкурсы автомобилистов. Ну, вся информация как бы на этом. Голосуем, ставим плюсики. Там во второй половине видео есть, как именно проголосовать. То есть, ну и на той же страничке, которую я показывал, когда вам придет приглашение, я уже их рассылаю. То есть, те, кто у меня в кругах, могут даже поучаствовать в... Как вы? В прямом эфире. Да, я приглашу их, в прямом эфире можете поучаствовать, будете как бы в студии. Но для этого нужно подписаться на канал и добавить меня в круги на Google+. То есть об этом и есть видео, которое было перед этим. Ну, как-то так. А на сегодня, наверное, все. Не забываем ставить лайки. Попросили напоминать. Так что, как-то так. Вот такую вам анимашку красивую сделал, чтобы не забывали. В следующий раз не буду говорить, а анимашка, значит, ставим лайк. Поддерживаем дядя Лежу. Так что все налаживается, жизнь потихоньку приобретает белый цвет. Так что как-то так. Всем здоровья крепкого,
сибирского, настроения бодрого. Ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно.